Дисциплины, с которыми на дне открытых дверей в Щелковском колледже знакомили будущих абитуриентов из городских округов Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский, входят в утвержденный в России перечень специальностей, необходимых для инновационного развития важнейших отраслей промышленности. В своей образовательной деятельности колледж уже второй год работает, в том числе и по федеральной программе Министерства образования, которая названа «Профессионалитет». Нацелена она на ускоренную подготовку за 2, максимум 3 года высококвалифицированных специалистов по нескольким направлениям обучения. Это электрические станции сети и системы, технология металлообрабатывающего производства, информационные системы программирования и другие. Профессионалитет – это новое в нашем образовании. И сегодня мы хотим показать нашим школьникам, которые в следующем году должны прийти к нам в колледж, сделать свой очень важный выбор в профессии. Мы сегодня хотим вам представить тот спектр специальностей, который у нас реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Традиционно на дни открытых дверей в Щелковский колледж приходят руководители крупнейших в нашем регионе предприятий из акционерных обществ «Мособлэнерго» и «Мособлгаз». Для них взаимодействие с Щелковским колледжем, входящим в первую десятку топ-100 учебных заведений профтехобразования страны, залог успешной работы предприятия на многие годы вперед. «Мособлгаз» сегодня предлагает должности слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, это обходчики и ремонтники, также слесарь по эксплуатации внутридомового и внутриквартирного оборудования. Это те специальности, на которые сейчас выходец, студент или уже специалист техникума сможет получить и трудоустроиться на эту специальность. «Мособлгаз» был, есть и будет организацией стабильной, которая всегда будет работать, всегда будет платить зарплату. И, собственно, работа, она всегда будет. У нас, значит, на предприятии они могут выбрать специальность электромонтер по эксплуатации распред сетей, электромонтер по эксплуатации кабельных линий, электромонтер по эксплуатации воздушных линий, а также более специальности, которые связаны с умственным трудом, это электромонтер по эксплуатации релейной защиты. Также у нас востребованы специальности электромонтер оперативно-выездной бригады. Это именно те лица, которые нам включают свет, отключают свет в аварийных ситуациях. Также возможен, естественно, рост карьерный. Будущих абитуриентов на дне открытых дверей знакомят с преподавателями. Они проводят для юношей и девушек мастер-классы. Ребята смогли попробовать себя в разных специальностях. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.